Доброго времени суток, YouTube, с вами Данил Рыжкин, и сегодня мы поговорим с вами об отдыхе россиян в такой замечательной стране, как Турция, где жарко, достаточно дешево и красиво. Ну что ж, не будем более томиться в ожиданиях и перейдем сразу к делу, ну как вы любите. Солнце, камера, мотор! Ну что ж, давайте поговорим о курортах Турции, россиянах на отдыхе в этом замечательном курорте. Ну и начну я, естественно, с плюсов, потому что я здесь, черт возьми, уже во второй раз нахожусь здесь неделю, меня кормят, поют, я купаюсь в бассейне, я курю везде, где только можно, на территории отеля, за отелем, на море, на пляже, через турецкого ребенка я курю везде, и мне за это ничего не происходит. Это замечательно. Здесь также жарко, здесь красиво, пальмы, песок, горы, море, дороги, инфраструктура. Здесь красиво и приятно. И это замечательный отдых для россиянина, потому что, опять же, здесь недорого. Ты можешь покопить 2-3 месяца, и ты уже здесь. Неделя вторая, загорел, вернулся домой с положительными впечатлениями. Так что отличный курорт, приезжайте сюда, мои дорогие зрители. Ну а также подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Так-то. Угу. Но я бы был не я, если бы закончил свое видео на таком позитиве, который вы слышали до этого. Ведь я Данил Рыжкин, и я критикую к чертовой матери все, что вижу. И приезжая второй раз сюда, я вижу всех тех же россиян, которые паразитируют на замечательном курорте. И как бы красиво здесь не было, как бы дешево и доступно здесь все не было, как бы вкусно здесь не было и свежо, россиянины все испортят. Россиянины обосрут все к чертовой матери. Потому что на ресепшене моего отеля написано «не выносить еду из ресторана». И россиянин выносит еду из ресторана, и доброжелательный турк пытается его остановить. И все-таки, да, россиянин возвращается, но потом сидит с кислой миной, как будто у него родителей только что на его глазах убили. Заканчивается музыка в баре, когда наступает совсем глубокая ночь, и россиянин включает свою, еще более ужасную музыку на своем телефоне и бегает около столиков других отдыхающих с этой музыкой, показывая, как он якобы хорошо танцует. Россиянин набирает слишком много еды в ресторане, потому что все включено и не доедает ее. И куча этой еды летит в помойку. Естественно, никто это доедать не будет за этого тупого россиянина. И так везде, так на любом курорте, где я только не был. Что в Польше, в Италии, что в Турции, что в Абхазии. Везде, где есть россияне, происходит паразитирование жуткого менталитета. И от этого надо избавляться, и начинать, естественно, с себя. И вот для этого я снимаю эти выпуски свои, для этого я есть на Ютубе, чтобы донести до вас информацию, что пора менять ментальность внутри себя, чтобы хоть как-нибудь поменять ее вокруг себя. И если вам нравится такая позиция, и не хочется, чтобы такие доступные курорты засорялись, и чтобы вы на них потом приезжали, то продвигайте такую идеологию. Ну а также подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте и распространяйте данное видео. Ну а если вы типичный россиянин, в котором 400 килограмм веса и который пытается слететь с бедной пластмассовой горки в воду, и когда влетает в эту воду, в этот бедный бассейн, забрызгивает всех остальных отдыхающих, а потом гогочет, что ой, как весело, хотя, возможно, замочил чей-то смартфон, то идите вы нахуй и оставайтесь гнить в своих хрущевках. Ну а с вами был, есть и будет всегда Данил Рыжкин, самый субъективный бородач всего Ютуба и всего интернета. Не будьте нормальными, будьте рациональными. Всем спасибо, всем дизлайк.